Генеральный спонсор программы «Место происшествия» – интернет-магазин автозапчастей «Евразия Авто Плюс». Интернет-магазин автозапчастей «Евразия Авто Плюс». Простой поиск, оптовые цены, наличие в магазинах. ea43.ru. Просто заказать, легко купить. В Кирове оперативники уголовного розыска ищут двух женщин, подозреваемых в краже одежды. Преступление произошло в магазине на улице Ленина. Приметы и действия злоумышленниц зафиксировали камеры видеонаблюдения. Все подробности в нашей традиционной рубрике «Сводка». Женщины подозреваются в хищении женской футболки оранжевого цвета и серых леггинсов общей стоимостью более 3000 рублей. На съемке видно, как подозреваемые набрали одежду с вешалок и зашли в примерочную. Через некоторое время одна из женщин вышла и встала у примерочной, вторая осталась внутри. Во время обхода торговых залов охранник обнаружил в примерочной антикражные брелоки и бирки от женской одежды. Если вы узнали женщин на видео, звоните в полицию по телефону 77 7605 или 64 5209. На улице Целковского на парковке неизвестный молодой человек попытался угнать припаркованную шестерку. Вероятный вор перелез через забор, за пару секунд вскрыл дверь и даже попытался запустить двигатель, но после неудачной попытки поспешил удалиться. Тем же путем он перелез через забор и стал обычным прохожим. На улице Орловской из круглосуточного магазина полицейские изъяли 100 литров алкоголя. Водка, вино, шампанское продавались без документов и лицензии. В отношении продавца составлен протокол. Предпринимателю грозит штраф до 10 тысяч рублей. Уважаемые граждане города Кирова, если вам станет известно о подобных правонарушениях, прошу немедленно сообщать о подобных фактах по телефону 02. Проверка проводилась вместе с общественным объединением «Народный контроль», сотрудниками полиции МВД России по городу Кирову. Данные мероприятия проводятся в вечернее, утреннее, ночное время на постоянной основе. Михаил Вагин, место происшествия.